Продолжаем нашу игру. Лысых. Лысых с шайбой. Забрасывает шайбу в зону. В атаке Бобров. Вышла шайба в среднюю зону. И подобрал уже ее Иван Виноградов. Теперь Казьмин. Илья Казьмин, капитан направо. Скуба, Абакар, Скуба, пас, гол! Молотов. Владислав Болотов, 36 номер, огорчает 36 регион. Вторая шайба. Лукак красиво разыграли. Просто загляденье. Казьмин на Скубу, на Макара. И Макар направо на Болотова. Там осталось только попасть в ворота. 2-0, 2-0, уважаемые друзья. Торнадо
выходит снова вперед еще на одну шайбу. Извините, у нас были небольшие технические проблемы, но мы продолжаем нашу трансляцию. И уже Бобров побежал вперед в атаку. Ну а что остается делать? Надо атаковать, правильно отыгрываться. Ну а тут перехват и уже снова Казьмин. Илья Казьмин крутит вертит с шайбой, но Мирошниченко его обыгрывает. Ну а там уже Прохор Белов в полной своей красе. Рости и массе показал себя, отобрал шайбу. Но продолжается атака Боброва. Мирошниченко выбросил шайбу из зоны в среднюю зону. Макар Скуба заходит в зону, падает у борта. Нет, судья молчит. Ну, там и не было откровенного нарушения. Бобров с шайбой из-за ворот. Начинается атака. Казьмин активно прессингует и пас на партнера, на Скубу. Но там Мирошниченко выставляет клюшку и шайба выходит в среднюю зону. А это Иванов. Пытался бросить, но не дали 22-му номеру. Семен Иванов. Я так понимаю, большой поклонник Кирилла Капризова. У Семена Иванова на шлеме две наклейки. Сейчас расскажу дальше. Атака Боброва. Бросок. Какой хороший сейв. Марко Хапкин просто тащит. А в атаке была Инна Невзорова, 13 номер, нападающий Боброва. Так вот, Макар Иванова на клейке Миннесоты, команды Национальной хоккейной лиги из Америки. Ну, в Миннесоте играет Кирилл Капризов, думаю, спокойно. А вот уже новая атака. Торнадо! Смирнов был на острие. Там толкаются уже, Смирнова завалили на лед. Ну, судьи рядом, быстренько ребят беспокоили, растащили. Хороший был проход у 27-го номера Александра Смирнова. Вышел он один на один с вратарем, пытался бросить, но не получилось. Ну что ж, остановлена игра. И вбрасывание в зоне Боброва. Стародубец по левому флангу заходит в зону. Боброва дальше через ворота пас на правый фланг, но там нет. Сохранили шайбу хоккеисты Боброва. Из-за ворот пробует атаковать нападающий, но там Николай Виноградов хорошо сыграл, защитник Торнадо. Снова Бобров идет вперед. 15 номер, Семен Плетнев. Шайба за воротами Торнадо. Мечется Марко Хапкин налево-направо. Но в итоге не пас из-за ворот никуда. И шайба выходит в зону Боброва. Проброс у нас и вбрасывание в зоне. И девчонки просто здорово играют. И на моей памяти вчера у них единственный матч был с Бураном, где они забросили меньше 10 шайб. 9-0 их вчера победа. Ну что ж. Перерыв 4-0. Торнадо. Уходим на перерыв, дорогие друзья.
Ну что же, уважаемые друзья, продолжаем нашу трансляцию. Второй период начался. 4-0 впереди Торнадо. И Торнадо выигрывает шайбу. Иван Виноградов на брата. Николай Виноградов с шайбой. Пытается разогнать атаку. Но ошибка Николая и перехват. Заходит Бобров в зону Торнадо. Но опять же теряет шайбу. И уже Макар Скуба, 52 номер, полетел в атаку. По левому флангу направо сместился, бросил мимо ворот. Прессинг, прессинг от Торнадо. Но Бобров сумел выбросить зону в среднюю зону шайбу и уже вперед в атаку пытается пробежать. Но Николай Виноградов Котова объехал, бросил дальше и снова атака Торнадо. В атаке был Илья Казьмин. Но потеря, и хоккеисты Боброва заходят в зону. Потеря, и Макар Скуба на одного защитника выбегает. Подрабатывал шайбу под бросок, но сошла шайба с крюка клюшки, не получился бросить. Борьба в углу площадки. Выцарапывают шайбу хоккеисты Торнадо. Бросок. Но мимо ворот шайба летит. Казьмин. Неудачный пас. Перехват. И Сазанов встречает на своей синей линии. Болотов на Скубу. Макар заходит слева. Ух, размах какой, Болотов пытался бросить, но махнул от всей души мимо шайбы. В средней зоне игра, обрез, Прохор Белов немножко обрезался из шайбы, почти завладел игрок Боброва, это был Пригородов, третий номер, но не успел добежать до ворот. Снова Торнадо в атаке. Бобров отбивается как может. Ну, тяжеловато ребятам. Да, Торнадо очень хорошая команда. С ней вообще тяжело играть. Ну, стараются, стараются. Молодцы. Тем более Боброву есть что доказывать. Мельников, бросок, отбивает Марка Хапкин. Снова Мельников, ну а тут из-за спины Смирнов его обкрадывает и посылает вперед Майорова. Майоров бежит по центру, бросок, отбивает вратарь. Из правого верхнего угла шайбу, и шайба заходит до Милашова. Милашов дальше, но потеря. И Стародубец пытался бросить, не получается. Шайба дошла до Майорова. Он ее по борту пробрасывает. Смирнов был шайбой. А теперь уже атака Боброва. Лысых был шайбой. Бобров заходит в зону, бросок, и Марк Хапкин в ловушечку ловит шайбу, фиксирует ее. Остановка игры, смена пятерок. Вот снова от синей линии попытка броска. 55 номер это был.
35-й, извините, Кривошляпин Никита. А теперь же атака. Торнадо. Торнадо в зоне Боброва. Борется у борта. Слева за шайбу. Вышивает шайбу из-за ворот, но с шайбой хоккеисты Боброва. И потеря, потеря. Слободин. Снова потеря. И хоккеисты Боброва уже улетают в атаку. Один бежит. Хоккеист. И выше перекладины посылает шайбу. 71 номер был в атаке. Матвей Мирошниченко. Вышел с неудобной, бросил. И выше перекладины посылает шайбу. Ну что ж. Улетает шайба в заградительную сетку. Остановка игры. И у нас сбрасывание в зоне хоккеистов Торнадо. На трибуне у нас ребята с Бурана ждут свою игру. Ну что, в этой игре болеем? За земляков? Да? Понял. Удачи Боброву. Все, так и передадим. Ну что ж, Бобров не остается один. Земляки из Воронежа, ребята, хоккеисты поддерживают. Вот. Бах! И гол! Хороший выход! И Володин! Володин, 12 номер, забивает шайбу в ворота Марка Хапкина. 2-1, вышли, разыграли и бахнули. Расстроен Марко Хапкин. Ну там просто 2-1. Это все-таки 50 на 50, что либо вытащит, либо гол. Ну что ж, поздравляем 12 номера снова. Михаил Володин. 3 шайбы в прошлом матче с Рязанью. И хороший бросок и гол. 4-1. Впереди Торнадо, но все еще впереди. Воронежские ребята не сдаются. Бобров — это Воронежская область. Замечательный небольшой город, где очень любят хоккей. Целых шайбой в зоне. Скуба его атакует, отбирает шайбу. Бросок и гол. Казьмин. Илья Казьмин, третья шайба. Это хет-трик Ильи Казьмина. Вот так вот Макар Скуба обыграл защитника, отдал на пятак, а там Илья Казьмин просто ждал эту передачу. Ну, сыгранное звено, видно, первая тройка нападения. Ну, что тут скажешь? Класс! 5-1. 5-1 впереди Торнадо. Бобров бежит в атаку. У борта борьба за шайбу. Вот хороший выход. Над перекладиной летит шайба. Бросал Матвей Мирошниченко, 71 номер. Ассистент капитана. А тут у нас нарушение, будет удаление у хоккеистов Торнадо. За подножку. Да, нарушили правила. Ребята за воротами. И удален Поляков. 94 номер. Егор Поляков за подножку. 2 минуты большинства у Боброва. Ну что ж, посмотрим, что предложит. Вот, от синий бросок. Марко Хапкин реагирует, отбивает, бросал капитан. Кирилл Мельников, 33 номер. У Кирилла очень хороший бросок от синей линии.
Прошлый матч с Рязанью бросал. И свою забросил все-таки шайбу. Так что хорошие руки, хорошее видение площадки, бросок. Мельников снова бросал. Марко Капкин блином отбивает шайбу. Ну а тут уже Володин, бросок, гол! Дубль Володина. Реализовали численное преимущество. Вот так вот. Бобров в большинстве забивает шайбу. Двенадцатый номер. Молодец. Ну что, вчера забил 3 гола. 12-й номер. В этой встрече 2-й гол у него. Посмотрим. Еще играть и играть. И снова Бобров побежал в атаку. Снова Володин за воротами. Не меняет эту пятерку пока тренер. Ну, получается, игра у них. Останавливает силовым приемом игрок Боброва Майорова. Вброс шайбы. Володин вбрасывает шайбу. Катится она, катится по борту. Но там первый Прохор Белов на ней. И уже... уже дальше проходит атака. С шайбой Сложеникин Сергей. Сложеникин, а его тут обокрали. И это Смирнов. Смирнов с Ивановым поборолся, но дальше отдал пас на 42-го номера. Это Кирилл Майоров. Но не дошел до ворот, не позволяет ему бросить. Крутит, вертит свои атаки Торнадо, но не получается. Шайба выходит в среднюю зону. Сазанов. Шайбой. Майоров. С по левому флангу заходит в зону. Но вне игры. Свисток и вбрасывание в средней зоне. И тем временем меняются пятерки. Меняется Бобров. Меняется Торнадо. Включили сюда смоленщики Торнадо. Торнадо, Торнадо, кричат. Ну и Бобров также им напротив отвечает. Через ледовую площадку находятся сегодня у нас фанатские трибуны. Здорово, здорово, когда трибуны заводят игроков и помогают своим хоккеистам. Ух, опасный момент на пятаке Боброва, но сдюжили. Виноградов, Николай по борту, но там снова перехват и не смог Макар с клуба подставить клюшку на пас, замкнуть передачу. С клуба бросок отбивает вратарь, а у нас что, поднята рука арбитра и блокировка. Удаление у команды Бобров. Савелий Стародубец удален. Ну что ж, Савелий на 2 минуты присел на скамеечку за неправильную атаку соперника. И 2 минуты большинства у хоккеистов Торнадо. Белов с шайбой. Бросок. Попадает в сетку за воротами шайба. Вот... выбрасывают хоккеисты Боброва шайбу из своей зоны.
И шайбы все равно владели хоккеисты Торнадо. Скуба слева начинает свой проход. Падение. Судья рядом. Свистка нет. Виноградов выше ворот посылает шайбу. Белов ее останавливает на синей линии. Но там уже подбор. И что у нас? Прохор Белов с шайбой. А с ним игрок соперника. Это был Семен Иванов. Вот хороший момент. Мирошниченко у ворот Торнадо. Но он один, а там двое защитников. Подождал партнеров. Бобров. Молодцы. Вчетвером. В зоне Торнадо. Не тушуются, не боятся. Но может, конечно, нарваться на контратаку. Быстрая бегущая команда Торнадо. Но пока Мирошниченко держит шайбу на Иванова. Иванов. Потеря Скуба с шайбой. Ну что ж, все равно 30 секунд как минимум убито. И 6 секунд 5. Бобров отстоял меньшинство. И на Невзорова выбрасывает по борту шайбу. О-хо-хо-хо-хо. Как же неудачно вышла шайба на пятак. И Илья Казьмин. Четвертая шайба в матче. 6-2. Подкараулил Илья Казьмин движение шайбы и замкнул на левой штанге. Что, 6-2. 8 минут еще играть во втором периоде. Все впереди. Ох! Добивал Служеникин, но нет, не дошла шайба в ворота. И снова Служеникин. Но никак не получается. Сергей Служеникин, 17 номер, был в атаке. Но Марк Охапкин вытащил шайбу. Остановка игры, смена у нас и сбрасывание у нас в зоне Торнадо. Ну что ж, Бобров очень активен в последние минуты, встрепенулись. Да, пропускают, бывает, но не сдаются ребята. Ребята и Инна Невзорова бьются, борются, молодцы. Ну а у нас сейчас, да, офсайд, свисток арбитра и вбрасывание в средней зоне. Вбрасывание в средней зоне. Выигрывают хоккеисты Боброва. И шайба выходит в среднюю зону. Там Николай Виноградов с ней. Свисток арбитра. Подножка. Снова у нас удаление. И удаляется Поляков. Ну что ж, Егор Поляков за подножку, 2 минуты. И снова Бобров в большинстве. Будет пробовать разыграть лишнего игрока. Ну, посмотрим. Одну шайбу в большинстве мы уже видели. Мельников с шайбой. Бросок! В шлем попадает Марку Охапкину. Шайба. Ну, все нормально с Марком. Отбивает он дальний бросок и сохраняет ворота неприкосновенности. Снова Бобров в своей зоне начинает атаку. Разбег. Это 22 номер. Семен Иванов был с шайбой. Пас на Володина. Иванов. Тот самый, которого на шлеме.
Красуется мини... команда Кирилла Капризова. И на шайба Инна Невзорова. Вышла шайба в среднюю зону. Меликов набрал скорость, крутанул игроков Торнадо и не удержался на коньках. Обидно очень. А Ваня Виноградов выкидывает шайбу из зоны. Да, жаль, но хорошую комбинацию не прошла. Виноградов из-за ворот. Там его двое встречают. Это Володин. Володин и Чернозубов, Тимур были. Володин с шайбой. Еще 14 секунд большинства. Инна Невзорова справа. Не подходит к ней близко Виноградов. Бросок. Иванова. Марка Хапкин. Марка Хапкин тащит эту шайбу. Ну что ж, 3 секунды остается до выхода на лед оштрафованного игрока. Егор Поляков уже на быстром старте. Готов выскочить на лед. Все, Торнадо в полном составе, но Солженикин с шайбой. Атака Боброва продолжается. 5 минут еще остается сыграть во втором периоде. Болотов на партнера, на Майорова. Снова хороший проход Болотова. А вот 2 в 0 выход. Бросок, гол! Третья шайба. Савелий Стародубец, 15 номер. Ликует трибуна Боброва. Смелые, отчаянные болельщики. Ну, человек 8 их там. Радость на лице. Ну что ж. Третья шайба в воротах Торнадо. И Торнадо включается тоже в эту... перекличку. Ну что ж, посмотрим. Интрига, интересно. Торнадо снова побежала вперед. Но с шайбой хоккеисты Боброва. Пока игра в их зоне. Свисток, остановка игры. И вбрасывание в зоне Боброва. Арбитр показывает. Вбрасывание выигрывает хоккеисты Боброва. И побежали в атаку. Третий номер. Пригородов. Алексей Пригородов зашел в зону, но офсайд. Офсайд и вбрасывание в средней зоне. Шайба Виноградова. У одного, у второго. И Казьмин, Илья Казьмин по правому флангу прорывается. Не получается у него бросок. Борьба за шайбу. И уже держит Мирошниченко. Болотов клюшечкой. Но судья решил, что правило недостаточно. Он нарушил для удаления. По крайней мере,
Рушниченко шайбу потерял, а тут Скубу роняют. Ну что, Бирюков расстроенный. Расстроенный игрок. Боброва уронил он Макара Скубу. Ну, не знаю. Ну, усмотрение, конечно, арбитра. Ну что ж, 2 минуты большинства у Торнадо и 2,5 минуты играть во втором периоде. Посмотрим. Бобров заходит в зону Торнадо. В меньшинстве идут в атаку. Ну, по крайней мере, держит шайбу, убивает штрафное время. Да, тяжело, тяжело играть с Торнадо. Но молодцы, Бобров. Держатся, бьются. Бросок, вратарь отбивает шайбу. Тут уже очень недоволен Максим Сергеевич Ситников. Кричит громко ребятам. Хочет он немножко другой хоккей увидеть, посмотреть. Ну, посмотрим. Шайба в зоне Боброва. Ну вот, она выкатывает в среднюю зону, но первый на ней Прохор Белов. Классно, Казьмина. Казьмина лево. Скуба. Заходит Иван Виноградов. Бросает. Подбивает Бобров. Выкидывает шайбу в зону Торнадо. Виноградов. На Скубу. Скуба. Макар слева зашел в зону. Сразу пас. Бросок. И мимо ворот. Болотов Владислав. Последняя минута второго периода. Белов прошел, бросил, вратарь на месте. 7 секунд остается в штрафном боксе находиться игроку Боброва. Вот его выход. В полных составах ребята играют. Атака, атака Торнадо продолжается. Белов от синей линии. Бросок. Вратарь первый бросок отбивает. Добивание. Дважды отбивает. Ну, просто красавчик Степан Филиппов. Все перекрыл. Бросок. И снова Филиппов лучше всех. Лучше всяких похвал. 24 секунды остается сыграть во втором периоде. 6-3 впереди Торнадо. Ну что ж, Бобров молодцы. Честно вам скажу. Я нейтральный. Я должен быть объективен как комментатор. Но Торнадо забить 3 шайбы, это вам, я скажу, дорогого стоит. Очень хорошая оборона, замечательный вратарь. И то, что Бобров бьется, борется, идет вперед, это, конечно, молодцы. Наброс. Выше ворот летит шайба. Прохор Белов. Подобрал, зашел, бросил, но мимо ворот. У него летит шайба. И все, дорогие друзья, второй период окончен. Уходим на перерыв при счете 6-3 в пользу Торнадо.
Что ж, друзья, продолжаем трансляцию. Третий период начался с атаки Торнадо. Казьмин бросал, но мимо ворот. А у нас удаление, подножка. И за подножку третий номер Иван Виноградов удален. 2 минуты большинства у Боброва. Ну что ж, посмотрим. Вперед Бобров, слышим с трибуны. Бобров с шайбой со своей зоны начинает атаку. Иванов зашел, прошел, бросил, но... Гол! Вот это да! Опять реализовали большинство. А кого поздравляют? По-моему, поздравляют Инну Невзорову. Шесть-четыре, друзья. Вот такое начало третьего периода. Да, Инна Невзорова улыбается. Ну что ж, Инна молодец. Поздравляем от всей души. Билась, боролась. До равных. Даже, можно сказать, была чуточку сильнее, возможно. И добилась своего. Инна Невзорова, 13 номер. Хоккеист красивой косой за спиной. Ну что, 6-4. Интрига. Не помню, чтобы в Рязани Торнадо пропускал 4 шайбы. Ну, все бывает. И снова выход Иванов с Виноградовым. Ой-ой-ой, не повезло Иванову. Выскочил перед вратарем, перед Марком Охапкиным и бросил выше ворот. Все было, но поспешил. Семен Иванов, 22 номер. А теперь уже атака Торнадо. Казьмин с шайбой, бросок, отбивает вратарь. Из-за спин вылетает шайба и плечом отбивает из правого угла ворот. Хорошо сыграл Степан Филиппов. Он... играет в воротах Боброва. Скуба. Макар Скуба. Прострел. Вратарь отбивает. Простреливал на пятачок, но там вратарь все перекрыл. Казьмин ошибся. Капитан. Улетает шайба в зону Торнадо. Посмотрим. Макар Скуба. С ним рядом Матвей Шульгинов борется. За воротами Макар Скуба с шайбой. И обокрали его Пригородов Алексей. С шайбой направо. Падение. Не удержался на ногах. Игрок Боброва. А вот снова Стародубов. 15 номер. Саверий Стародубов. Был с шайбой, но потеря. В средней зоне игра. Казьмин. Бросок. Лысых выставляет клюшку. И шайба меняет направление, но не попадает в ворота. А тут, ухо-хо-хо-хо, какое же следующее. Снова Казьмин справа замыкал, но вратарь просто тащит. Степан Филиппов ловушкой.
ловушка и вытворяет чудеса. С левого верхнего угла вынимает шайбу. Ну, просто здорово. Виноградов на синей линии подобрал шайбу, но с шайбой Котов. Бобров в атаке, в средней зоне пока. Набирает скорость Мирошниченко. Заходит в зону. Но потеря, и шайба выходит. Вавин шайбой. Вавин направо. Снова Мирошниченко борется за шайбу. Помогает ему там партнер. Отсюда не вижу. Уронили. Уронили. Семен Иванов, насколько понял. Николай. Виноградов с шайбой. Бросок. И Марк Охапкин ловит шайбу на грудь. Прижимает ее. И остановка игры. Смена пятерок у нас. Да, вот это Бобров. Ну что ж. Молодцы. Навязали бой Торнадо. 6-4 впереди Торнадо. Играть еще 16 минут в третьем периоде. Бобров совершенно не стесняется. Бежит в атаку. Бобров, Бобров. Слышим мы с трибуны. Но тем временем ведет атаку Торнадо. Казьмин с шайбой. Скуба. Дальше пас. Ну а тут уже один одинокий стоит Казьмин. Не пожалел паса партнер. Я так понимаю, Болотов. Скуба на Болотова. Болотов на Илью Казьмина. И пятая шайба Ильи Казьмина в этом матче. 7-4. Ну, там Баталь был бессилен. Просто разложили, раскатали защиту Боброва. И что, тайм-аут? Тайм-аут Боброва, да. Тренер Боброва берет тайм-аут. Виталий Владимирович Горбачев должен внести коррективы, рисует что-то на планшете. Вот, ребята рядом с ним собрались на скамейке. Ну, а Максим Сергеевич Ситников спокойно, уверенно разъясняет также хоккеистам, что и как. Наверное, основной был разговор в раздевалке, потому что там, проходя мимо, было как-то не очень привычно слышать. Стены ходуном не ходили, но Максим Сергеевич взбодрил команду и поговорил уже по-серьезному с ребятами. Не нравился ему ход второго периода. Посмотрим. Так, продолжаем нашу игру. Тайм-аут закончен. И Бобров побежал в атаку опять. Бобров, Бобров. Трибуна Боброва поддерживает своих ребят. Иванов. Семен Иванов, 22 номер. Вышел, бросил. Марк Охапкин поймал. Хорошая атака. Но Марк Петрович Охапкин знает свое дело. Делает его отлично. Ну что ж. Вбрасывание в зоне Торнадо. Вавин борется с Казьминым. В итоге шайба у Скубы. Макар бросает. Шайбу подбирают. Скуба. Падение, но нет. Нет. Игровой момент. И Мирошниченко разгоняет атаку Боброва. На правый фланг уходит шайба. И снова Макар Скуба. Один. Летит перед ним два защитника. Казьмин рядом. Ну, все.
Кубу завалили. Задержка соперника колюшкой, но с Кубу иначе не остановить. И на скамейку Стропников едет 35-й номер. Кривошляпин Никита. Торнадо в большинстве. 7-4. Вбрасывание. Иванов и Болотов на вбрасывании. В итоге шайба остается у хоккеиста Боброва. Мирошниченко заходит в зону торнадо, но он один. Партнеры пока не подъехали. Торнадо с шайбой в средней зоне. Зашли в зону. Болотов оставил на Скубу. Макар Скуба, отдай, отдай, двое же на нем. Нет, обвел, двух, третьего обвел, бросок. Вратарь на месте, ну, Макар, кудесник. Бело бросал, подставление клюшки, снова шайба летит мимо ворот. Папа рядом, Макар со мной, пас, пас отдай, Макар подсказывает. Вряд ли Макар его слышит, но... Ну, конечно, индивидуально трех защитников обыграл. Вратаря не смог. Красиво играет парень. Казмиин на Белова, а тут обрез. И Мирошниченко почти обокрал Белова. Ну, почти не считается. Снова Макар... Куба заходит в зону, бросок, шайба летит вдоль ворот Боброва. Борьба за шайбу. И Иванов овладел шайбой, бежит Семен. Но не смог зайти в зону, а тут Макар с Куба уже справа решил попробовать счастье. Белов. Ох, какой индивидуальный проход, бросок и гол. Как же хорошо сыграл. Кто это, 22 номер? Да. Индивидуальный проход. И Иванов. Пятая шайба в меньшинстве. В меньшинстве. Забивают ребята из Боброва. Отличил Семен Иванов. Да-да, тот самый с наклейками Миннесоты на шлеме. Хороший проход. Разложил он в воротах Марка Хапкина. И с неудобной забрасывает шайбу в ворота торнадо. Ну что, 7-5. Интрига, я вам скажу. Не помню я, что в Рязани торнадо так играл. Немножко, не знаю что, подустали, расслабились. Не могу точно сказать, но очень интересный матч. И спасибо огромное обеим командам. Борются, бьются. Смотрится просто шедеврально. Вбрасывание в средней зоне. Двенадцать минут еще играть. 8 минут сыграно. 7-5 впереди торнадо. А Бобров бежит вперед. Но теряет шайбу. И с шайбой уже игроки торнадо. Максим Сазанов потерял шайбу в атаке и уже
Николай Виноградов со Стародубцем поборолись за нее. Снова Стародубец с шайбой. Там его со спины атакует Поляков. Все по правилам. Егор отбирает шайбу. И где шайба? На воротах, на сетке лежит. Борются за нее игроки. И самый первый на шайбе игрок. Это Пригородов. Вот снова Сложеникин, 17 номер, заходит в зону торнадо. А пас не могут отдать никому. Бросил поворотом. Марк Ахапкин ловит шайбу. Ну что ж. Смена пятерок. Новые пятерки. Продолжается атака Боброва, Вавин и подножка. Вавин отдавал пас на Стародубца, а там сбили игрока, это был Мирошниченко. И за подножку на 2 минуты удален Белов, да, Прохор Белов. Ну что же, посмотрим. 7-5 впереди торнадо. И большинство у Боброва. А тем временем Илья Казьмин подхватил шайбу и выбежал в зону Боброва. А теперь снова Иванов. Иванов с шайбой. Наброс на пятак, но там уже подбирает шайбу. Не дают игроки торнадо с пятака добить шайбу. Бобров снова и... В атаке Семен Иванов, 22 номер, завез шайбу в зону торнадо, но потерял, сошла она с крюка, и Казьмин, Илья Казьмин зашел в зону, но бросить ему не дают. Подобрал шайбу Иванов на Мельникова, Мельников заходит в зону, бросок, и Марк Ахапкин ловит шайбу. Недоволен Виталий Владимирович Горбачев действиями Семена Иванова. Не знаю уж почему, но выговаривает ему на скамейке. Наверное, хотел другую комбинацию увидеть. Ну а тут что? Наброс от синей линии на пятак. Не смогли подправить шайбу. Бобров с шайбой в средней зоне. Справа пытается зайти уже Пригородов Алексей. Бросок от синей. Марк Ахапкин отбивает. Очень хороший бросок. Кто бросал? 15 номер. Савелий Стародубец бросал. Брат за него болеет, и родственники на трибунах просили передать привет Бобров и непосредственно Савелия. Ну что ж, исполняем их желание. А тем временем торнадо в полном составе. Выскакивает Прохор Белов у скамейки Стропников. Не удалось разыграть это большинство. 7-5 счет
нашего матча. Еще чуть меньше 8 минут остается сыграть в третьем периоде. Торнадо, торнадо, слышим из трибуны, очень ярко, красиво болеют ярославские наши гости. Ну что ж, гонит своих вперед. А вперед идет Бобров, вот. Володин был с шайбой, а оставил шайбу Инне Невзоровой, Инна с шайбой. Бросок, Марк Охапкин отбивает. За воротами шайба, на пятак не проходит пас, но все равно Бобров просто прижал, прижал торнадо в их зоне. Небывалый случай. Редко такое просто вижу в игре торнадо, но реально Бобров прессингует, молодцы. А торнадо не идет вперед, но скорее всего тренерская задумка, потому что надо отыграть хорошо в обороне. И не позволит счет сравнять Боброву. Казьмин подобрал шайбу, зашел в зону. А тут Инна Невзорова его обыграла. И остается она с шайбой, выходит за ворота. Из-за ворот разгоняет Инна атаку. Скуба рядом с ней не смог обыграть. Прострел Инны вдоль ворот, а там партнеры не успели замкнуть шайбу. Снова Инна Невзорова пыталась бросить, заблокировали ее бросок. И уже атака торнадо. Скуба был на шайбе, но его капитан Боброва обыграл. Бросок! Казьмин бросал и левым щиточком вратарь спасает. Степан Филиппов спасает ворота от гола. Казьмин теряет клюшку, но по футбольному ногой шайбу пытается выбить из зоны. Не получается. В зоне шайба все равно. Вот, вот выходит шайба из зоны. Казьмин. Из-за ворот пас. Нет, не получается у Полякова замкнуть эту шайбу. А тут у нас что? Проброс. Проброс и вбрасывание в зоне Боброва. Майоров и Мирошниченко на вбрасывание выигрывает шайбу. Майоров, бросок, тут куча мала, и что, гол? Щитками же отбил Степан Филиппов шайбу. Что покажет арбитр? По правилам затолкали, нет? Ну, я видел, что щитком отбил, а кто добил, я не знаю. Ну, пока радуются хоккеисты торнадо, а у нас что? Какое судейское решение? Ну что ж, гол 8-5. На кого будет засчитан, сейчас объявят. Да, судья засчитывает этот гол, но никак не могу.
Еще один бросок. Майоров атаковал с неудобной, но вратарь отбивает шайбу. Борьба у борта. Виноградов борется. Там еще Марк Волоченко. Майоров с шайбой. Бросок. Отбивает вратарь. 4 минуты остается сыграть. 8-5 впереди Торнадо. Опасный бросок, но мимо ворот. И Бобров. Бобров бежит в атаку. Володин вместе с партнером зашли в зону. Бросок. Марк Охапкин в ловушку ловит шайбу. Сейчас. Торнадо берет 30-секундный перерыв, а у нас болельщик команды Торнадо. Команда Торнадо. Сегодня у хоккея «Динамо» команда Торнадо, номер 42. Маму зовут Наташа, у нее день рождения, и мы все ее поздравляем с днем рождения. Прекрасно. Она настоящая хоккейная мама, но с детства хоккей. Есть хоккейные папы, есть хоккейные мамы, да? Да. Понял, мама 42-го номера, Кирилла Майорова. Она на трибуне присутствует? Ну что ж, поздравляем ее от всей души. Спасибо большое. Вот так вот. Такой вот хороший повод был. Что ж, от лица рязанских болельщиков поздравляем маму. Хоккейные мамы, я считаю, это тоже своеобразная, замечательная каста прекрасных людей. Хоккейные папы, был уже такой фильм, осталось снять про хоккейных мам. Это тоже замечательные героические люди. Бросок отбивает Марк Охапкин, шайбу бросал 33-й номер. От синей линии Кирилл Мельников, капитан команды. Ну да, попал в Марка. Марк тяжело отбил бросок. Как-то неудобно, больно ему, но попробуем. Виталий Владимирович Горбачев просит тайм-аут, но не дает ему судья. Не получается. Сначала вбрасывание будет, я так понимаю, в зоне Торнадо. Еще бросок, добивание. Марк Охапкин отбивает. И уже Казьмин заходит в зону Боброва. Ну что, Бобров, финальный штурм. Больше ничего не остается. 3 минуты остается сыграть в третьем периоде. 8-5 впереди Торнадо. Но Бобров бежит вперед. Бьются, борются ребята, они хотят проигрывать эту игру. Ну да, много у них... Ой-ой-ой-ой-ой, там падение, травма, удар соперника по руке, будет удаление. И кто на льду? Капитан, капитана уронили на лед. Кирилл Мельников, 33-й номер, но встает, поднимается, едет. Едет он на площадку, и что, небольшое совещание игроков около главных тренеров. А удален Марк Скуба. Макар Скуба, извините. Ну, на Макара не похоже. Техничный такой форвард. Ну, будем надеяться, что случайно этот эпизод получился. Не грубый это игрок. Техничный, но не грубый. Ну что ж, 2 минуты большинства у Боброва. 8-5 счет и 2,5 минуты играть еще в третьем периоде. Вот шанс замечательный сократить разницу в счете.
Но пока Торнадо не дает Боброву зайти в свою зону. Иванов направо. Заходит с шайбой в зону Служеникин Сергей. Борется с ним Иван Виноградов. Николай Виноградов подбирает шайбу. Но все равно она остается в зоне. В зоне атаки Боброва. Иванов. Бросок. Ну, это как-то все видел Марк Охапкин. У Семена Иванова получился больше бросок, как в теннисе. И Семен, и Марк Охапкин ловит без труда эту шайбу. Ну что же, остается шайба в зоне Торнадо. Мельников махнул мимо шайбы, а там защитник Торнадо, ну даже не защитник, Болотов сыграл как защитник, Заправский выбил шайбу в среднюю зону. Но все равно Иванов заходит в зону. Пас на Мельникова. Бросок. Гол! Гол! Добивание! И гол! Разыграли большинство. Мельников бросил от синей линии. Забыл. Вратарь Марк Охапкин отбивает шайбу. Ну а там на добивании был первым. Далеко от меня игроки, но посмотрим, судья объявит, кто забил шайбу. Ну что ж, Торнадо в полном составе. 8-6, Бобров просто, ну, молодцы, бьются до последнего. Торнадо, Торнадо, слышим с трибуны. Бобров тоже болеет активно, как может. Сняли вратаря, какие у Боброва тренер. Иванов зашел, а потерял шайбу. Шайбой Инна Невзорова. Иванов. Нет, не Иванов, извиняюсь. Это 12 номер, я насколько понимаю. Михаил Володин. Не получается у Болотова забросить в пустые ворота. Мельников забирает шайбу. 20 секунд еще. 8-6. Ну что ж, Бобров, последний штурм. Отняли шайбу. Бросок. Гол. Кузьмин. Кузьмин, шестая шайба капитана. Илья Кузьмин, наверное, решает исход этой встречи. 9-6. Молодцы, молодцы, скандирует трибуна Торнадо. А я скажу, что молодцы и те, и другие. Молодцы Торнадо, что смогли забросить, а молодцы Бобров, что бились до конца, боролись, отыгрывались как могли. 6 шайб в ворота Торнадо, но это еще одна, ну, дежурная шайба. Майоров, пустые ворота, 10-я шайба залетает. Кирилл Майоров. И 9 секунд остается, 10-6. Ну что ж, все, наверное, понятно с этим матчем. Ну что, просто на отрыв. Бились, боролись, старались обе команды. Ну, шедевральный матч. Спасибо ребятам огромное. Я надеюсь, и вы получили кучу адреналина, положительных эмоций. Но сегодня сильнее было Торнадо. 10-6. Победа Торнадо. Расстроенный Бобров. А Торнадо куча мала у своих ворот.
Бобров. Десять-6, победа Торнадо. Спасибо огромное за игру ребятам обеих команд. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся. Скоро будет у нас матч хоккейный клуб Рязань и Буран-Воронеж. Пожалуйста, смотрите наши трансляции дальше. До скорых встреч!